Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Довольно короткий. Как пережить расставание с любимой? Спрашивает автор. Ну, смотрите. Ключевой момент заключается, конечно, в боли. То есть вот боль. Это то, что является центральной, ну, центральной темой здесь. Вот. И, соответственно, нужно сначала увидеть, что представляет из себя ваша боль. То есть, вот, ну. По поводу чего у вас боль? То есть боль, она происходит, как правило, от разрыва целостности, то есть нарушения целостности личности в связи с уходом человека, вот, и, соответственно, это вызывает боль. То есть боль — это вот нарушение целостности, собственно, психологической целостности личности. Значит, нужно понять, в чем эта боль заключается, нужно постараться увидеть, собственно, что эта боль из себя представляет. Вот. И я думаю, что в первую очередь ее прожить. Вот. То есть нужно, чтобы вы, что называется, оболели. Вот. Это довольно такой, я бы сказал, энергоемкий процесс, чаще всего там такой вот довольно энергоемкий процесс, в смысле того, что он довольно затратен для человека, вот, и, соответственно, включается довольно много механизмов защиты. То есть, вот, человеку, ну, может казаться, что виноват, значит, другой, да, вот, ну, в вашем случае, вот, любимая виновата, то есть, потому что вам плохо и так далее. Вот, это правда злится на человека, который ушел абсолютно, абсолютно нормально, вот, потому что необходимо восстановить, так скажем, целостность вашу, вот, и вы можете это делать именно через злость. То есть злиться — это хорошо, это очень витально. Вот. Дальше. Вообще говоря, грустить при расставании, грустить по человеку, с которым вы расстались, это вполне естественно. Никаких здесь нет аномалий. Если вы хотите грустить, то вы грустите. В принципе, я не думаю, что
как-то это ужасно, да, и не думаю, что как-то это плохо. Вот. Но, судя по тому, что вы пишете, да, вот что не можете вы пережить, значит, расставание с любимым, для вас это более сложно. Вот. То есть такой более сложный, более тяжелый получается в некотором смысле процесс. Поэтому ваша задача увидеть, как в целом ваша личность здесь вовлечена, скажем так. То есть, вот, как вовлекаются ваша личность в то, что происходит. Вот. Может быть, вы чувствуете себя как-то вот обесцененным. Вот. То есть вы ощущаете, что ситуация, в которой вы оказались, вас как-то вот обесценивает и принижает, да? А может быть, вы чувствуете, что, ну, к примеру, никого больше не встретите. Вот. То есть, боитесь остаться в одиночестве, да, боитесь, что как-то вот будете один и не знаете, что с этим делать, потому что вас это, ну, как-то вот тревожит, да, беспокоит, и вы боитесь. Ну и так далее. Вариантов здесь довольно много, и нужно смотреть вот на эти, ну, на эти варианты. Вот. То есть исследовать это нужно. Как мне кажется. Вот. Ну вот, в принципе, я думаю, примерно так. То есть в этом направлении вам нужно двигаться. Значит, и, соответственно, увидеть свои действия
которые привели к, ну, к тому, что вот, вот случилось. Увидеть то, что может быть от вас вообще ничего не зависело. Вот. То есть, может быть, эта ситуация, она была неизбежна. Вот. А вы, получается, пытаетесь бороться с этим. Вот. И, ну, ничего хорошего из этого, понятное дело, не, ну, не получится, не будет ничего хорошего. Ну, вот. Потому что есть вещи, которые ну, нельзя изменить. Вот. Я думаю так. Ну, вам сейчас это не поможет, потому что вам больно, и вы пытаетесь, значит, ну, как-то вот эту ситуацию для себя исправить, разрешить. Ну, я думаю, что не получится. Ну, в любом случае, вот, я думаю, что нет таких вариантов. Вот, потому что если бы вы вот могли бы быть вместе, да, то вы были бы. Дальше. Что еще хочется, пожалуй, сказать, да? Вот. Это то, что вот то, что происходит, да? Ну, ну вот той или иной степени связано с тем, что вы, возможно, вы не проявляете какого-то такого большого, может быть, интереса к своей жизни, переключаясь на человека. Вот, то есть, грубо говоря, она, девушка, становится для вас центром, значит, ну, центром вселенной, центром вашей жизни. Вот. И это связано с тем, что ваш интерес к
относится к своей жизни. А вот. Он, ну, небольшой. Очевидно, вероятно. Вот. И вот это вот то, что нужно корректировать. Вот это то, что нужно исправлять. Это то, что нужно вам помогать восстанавливать. Вот. И вот я думаю, что если вся эта работа будет проведена, да, вот, то вот, я думаю, вам будет легче. Причем вам будет легче не только вот сейчас, но вам будет легче и в будущем переживать подобные ситуации. То есть просто вы будете вот в этом смысле ну, быстрее подниматься, вот, то есть как бы, ну, боли у вас боль-меньше не станет, но вот проходить ее, именно проходить, проживать ее. А вы будете лучше. Вот я думаю, примерно, примерно такой ответ вам можно предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Еще, конечно, было бы неплохо, если бы вы постарались бы увидеть, скажем так, природу своих чувств к своей любимой. Вот. То есть, что вы к ней чувствуете. А сейчас вы можете сказать, что вы чувствуете, там, не знаю, любовь, да, там, допустим, тоску, может быть, вот. И так далее. Вот. Но вот направленность этого чувства, конечно, вызывает вопросы. Вот. А говорим ли мы здесь, например, про любовь? Ну, вот, с вашей стороны, да, вот, можем ли мы говорить об этом? Или же мы говорим о некой нуждаемости, некой вот зависимости от человека. То есть тут много
довольно довольно много всяких нюансов, вот, которые, на мой взгляд, требуют своего рассмотрения, вот, чтобы, ну, как-то вот не исказить ту реальность, вот, в которой вы находитесь, да, вот, потому что свою реальность вы, на мой взгляд, хорошо так искажаете сами, вот, то есть вы сами это делаете вполне неплохо. Вот, ну, в целом, я думаю, что все решаемо, вот. В целом, я думаю, что вам можно помочь, вот. Ни в коем случае проблема ваша не является какой-то такой фатальной, хоть вам может сейчас это так не кажется, но тем не менее, вот, и, соответственно, все, что вам нужно сделать, это вот обратиться к психологу, да, ну, в индивидуальном порядке, вот, и начать работу с ним в этом направлении, по крайней мере. Вот, как-то так, я думаю, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да, сформулировать вот, ну, какие-то базовые постулаты для психотерапии. Вот. И, соответственно, увидеть вот, в каком направлении вы хотели бы двигаться, вот, что бы вы хотели бы делать, то есть как бы вы хотели эту, ну, эту ситуацию вот, значит, менять, да, если вы хотели, если вы как-то вот хотите ее менять. Вот. И, соответственно, вам психолог поможет. Вот, что, я вам желаю удачи. Я вам желаю всего самого доброго. Вот, все, у вас, в принципе, все будет хорошо. Вот. Просто с психологом ваша, ваше хорошо может наступить несколько раньше. Вот. Удачи вам.